Летом 1990 года начались государственные испытания тяжелого авианосного крейсера нового поколения «Тбилиси». Проект корабля 1143-5 был разработан Невским проектно-конструкторским бюро в городе Ленинграде. 22 февраля 1983 года корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в Николаеве. Строительство велось агрегатным модульным крупноблочным методом с применением металлоконструкции прогрессивных видов и синтетических материалов. 5 декабря 1985 года корабль был спущен на воду. Проверки эксплуатационных возможностей авиационно-технических средств корабля, а также отработки корабельной авиации и подготовки летного и технического состава, на аэродроме военно-морского флота в городе Саки был создан наземно-испытательный и учебно-тренировочный комплекс «Нитка». Комплекс оснащен трамплином, аэрофинишерами и аварийным барьером. В 1989 года, в период проведения летно-конструкторских испытаний, впервые на палубу крейсера произвели посадку корабельные истребители Су-27К и МиГ-29К. Испытания практически подтвердили возможность посадки на полетную палубу и взлета с корабля проекта 1143-5 самолетов с обычной аэродинамической схемой. В ходе государственных испытаний в сентябре 1990 года решением Совета министров корабль получил новое название «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Тяжелый авианосный крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — это самый большой боевой корабль отечественного кораблестроения и советского военно-морского флота. Его наибольшая длина — 302 метра, в ватерлинии — 280 метров. Наибольшая ширина — 70,5 метра. По ватерлинии 35,4 метра. Площадь полетной палубы 14700 квадратных метров. Полное водоизмещение 58 тысяч тонн. Экипаж с авиагруппой и штабом около 2000 человек. Основные особенности архитектуры корабля обусловлены применением короткого разбега и взлета с трамплина, а также посадки на аэрофинишеры самолетов с обычной аэродинамической схемой. Наличие развитых спансонов и смещение надстройки позволили значительно увеличить ширину полетной палубы, что создало благоприятные условия для повышения безопасности проведения взлетно-посадочных операций.
Тяжелый авианосный крейсер «Адмирал флота Советского Союза «Кузнецов» предназначен для придания боевой устойчивости корабельным соединениям военно-морского флота в оперативно важных районах океанских и морских театров военных действий. Основным вооружением является его авиагруппа. На корабле могут базироваться до 52 летательных аппаратов. В авиагруппу входят 26 корабельных истребителей Су-27К и МиГ-29К. Корабельный истребитель Су-27К имеет максимальную взлетную массу 32,6 тонны, максимальную скорость 2300 км в час, практический потолок 16 км, максимальную дальность полета 3880 км, бомбовую нагрузку 6,5 тонн. Экипаж 1 человек. Корабельный многоцелевой самолет МиГ-29К имеет взлетную массу 22,4 тонны, максимальную скорость 2300 км в час, практический потолок 17 км, максимальную дальность полета 1600 км, бомбовую нагрузку 3,5 тонны, экипаж 1 человек. На корабле могут также базироваться 18 противолодочных вертолетов К-27 или транспортно-боевых К-29, 4 вертолета радиолокационного дозора К-252 РЛД и 2 поисково-спасательных вертолета К-27ПС. Авиационно-технические средства и полетная палуба обеспечивают взлет самолетов с коротким разбегом. Для этого на полетной палубе имеются 3 взлетных полосы. Одна длиной 180 метров и 2 по 90 метров. За счет подъема носового участка палубы оборудован трамплин длиной 51 метр, шириной на носовом срезе 19 метров и углом схода самолета 14 градусов. На взлетных полосах предусмотрены 3 стартовые позиции, 2 из которых по бортной в носовой части, 3 на угловой палубе. Каждая стартовая позиция оборудуется устройством для удержания самолета с работающими на форсаже двигателями. Бойные щиты предохраняют самолеты, стоящие за стартовой позицией, от газовой струи двигателя, взлетающего с этой позиции самолета. Посадку Су-27К и МиГ-29К обеспечивают 3 аэрофинишера. Площадок обеспечивает взлет и посадку вертолетов, и самолетов вертикального взлета. Свет
оборудование обеспечивает полеты в темное время суток. Площадь около 4000 квадратных метров, что позволяет разместить в нем до 70% всех летательных аппаратов, в том числе 24 вертолета и до 12 самолетов. Подача техники из ангара на полетную палубу и обратно производится двумя бортовыми подъемниками грузоподъемностью по 40 тонн каждый. Размер платформы каждого подъемника обеспечивает одновременную подачу двух вертолетов или одного самолета с тягачом. Диспетчерского пункта, оборудованного радиотехническими средствами и приборами, обеспечивается управление взлетом, посадкой и полетами в ближней зоне. Комплексная радиотехническая система «Резистор» обеспечивает ближнюю навигацию, управление полетами в районе корабля, привод и заход на посадку. Ориентирование летчиков при посадке используется оптическая система «Луна».